томат желтый немецкий йодера. Среднеспелый, урожайный, среднерослый, индетерминантный сорт для теплиц и открытого грунта. Требуется подвязка к опоре и посынкование. Формировать лучше в два стебля. В кистях по 3-4 крупных томата. Плоды плоско-округлые, желто-оранжевые бифштексы, массой 200-500 грамм. Мякоть мясистая, красивая, маслянистая, сладкая и ароматная, с богатым сбалансированным вкусом. Семян немного. Сорт не беспокоит сильная жара.